Для нас Socorum – это ключевое событие. Почему? Потому что там собираются, во-первых, конечно же, ключевые наши заказчики. Это крупные компании, которые решили для себя выстраивать центры мониторинга реагирования на инциденты. Нам интересно услышать уже первые ошибки, с которыми столкнулись заказчики в построении центров мониторинга. Потому что как раз-таки они 2 года назад, когда только тема начиналась, тогда еще не было понимания, с чем мы столкнемся сейчас. Прошло время, есть первые ошибки, есть первый опыт негативный, позитивный, и поэтому хочется услышать его. Это очень сфокусированное мероприятие. Как правило, фокусировка, она, в принципе, вообще важна в любом деле, в частности, на таких мероприятиях, потому что безопасность широкая, можно говорить обо всем. Здесь мы говорим о SOC и технологиях, связанных с SOC. Коллеги, мы очень ждем вас на SOC-форуме. У нас будет стенд и будет много интересного, что мы хотим вам показать. Приходите, будем ждать.